большое разнообразие товаров. Появились такие гипермаркеты, супермаркеты, не так, как в наше время, да, все из-под полы, с дефицитом. И когда мы что-то хотим купить, мы всегда думаем, где его купить. И мы же хотим купить недорогой товар, мы же не миллиардеры, которые носки за $100, да, покупают. Мы хотим купить качественный товар, но и в то же время, чтобы он был недорогой. Сейчас популярны стали интернет-магазины, но в интернет-магазинах тоже у нас есть случаи, когда нарвались на мошенников, потеряли свои деньги. И мы хотим как бы и обезопасить себя, купить хороший товар, ну, недорого. Вот. И вот компания Atome – это путь к решению всех наших вот этих вот задач. Что такое вот Atome? Для меня, ну, как бы Atome – это мое будущее, будущее моих детей. Давайте я познакомимся поближе с компанией Atome. Ну, вот из истории, как вот я слушала, Пак Хан Гиль, создатель этой компании, он когда-то был выписан из больницы с серьезным диагнозом цирроз печени в последней стадии. И без надежды на выздоровление. Человек практически умирал. Ну, так случилось, что он встретил своего давнего друга, который предложил ему хемохим. Вот этот вот замечательный препарат, на тот момент там было всего 34 пакетика стика. И после того, как он начал его употреблять, он за короткое время почувствовал себя гораздо лучше. И, ну, понимаете, когда человеку говорят, что он уже через 3 месяца умрет, и тут у него наступает такой период, что уже все хорошо, и тогда, наверное, в голове у Пак Хан Гиля, ну, созрела такая мысль, что Бог оставил ему жизнь для чего-то. Ну, для чего-то же остался он жив. И он решил, что он должен дать миру этот препарат, что Бог оставил ему жизнь для того, чтобы он принес миру что-то хорошее, что-то особенное. И так вот он в 2009 году, после многолетних, можно сказать, там, перипетий, он создал компанию Atome. Это произошло в городе Иксан, северная провинция, северная Чолабдо. И главной, вот он, главной целью компании он поставил не свое вот благосостояние, что он должен зарабатывать какие-то деньги, а сам во главу угла он поставил успех человека. Вот существует такая философия, философия коровы и ребенка. Мы, ну или фермер, заботится о корове для чего-то. Для чего? Для того, чтобы получить молоко, творог, там, ну, прибыль. А мать ухаживает за ребенком для того, ну, ухаживает просто потому, что она его любит. Просто хочет ему всего хорошего, благополучия. И целью матери, это, ну, у нас же цель, является сам ребенок, его благополучие, его благосостояние. Вот компания Atome, она придерживается этой философии, и поэтому во главу угла этой компании поставлен сам человек. Поэтому у этой компании такой девиз замечательный. Если мы как бы вникнем в этот девиз, то мы поймем, для чего Пак Хан Гиль создал эту компанию. Вот придерживаясь этой философии, компания заботится о людях, о благополучии. И она не рассматривает нас, партнеров, как инструмент для своего личного обогащения. Он именно желает нам всем успеха, благополучия и благосостояния. Вот, то есть целью компании являются сами люди. И таким образом, ведя свой бизнес, заботясь об успехе людей, компания Atome за последние 12 лет с момента создания, она не только не разорилась, а наоборот, она стала более чем успешной. За эти 12 лет неполных и в условиях вообще жесткой конкуренции, она вошла в десятку лучших компаний и самых передовых. И в 2020 году она вообще обогнала, вот эту вот цифру видите, она обогнала все компании, существующих лидеров мировых, по товарообороту. Несмотря на то, что 2020 год был закрыт на карантин. И вообще мировая выручка, видите, 1 миллиард 730
17 миллиардов 300 миллионов. Такие цифры я даже произносить не могу. Да, видите, компания, товарооборот увеличился на 33,1%, да? Когда как мировая компания сетевая, она всего на 1,2% прирост. Это о чем говорит, что даже такие компании с мировым именем, они начали тормозить. А наша компания, где мы сейчас находимся, она идет просто невероятными темпами. Каким образом компания Atome достигла такого успеха? Главное преимущество компании – это товары народного потребления, повседневного спроса. И компания абсолютного качества, по абсолютной цене. Пак Хан Гиль, он сам вот говорит, что компания использует самые передовые технологии, самые оборудования, самое лучшее, самое качественное сырье. Оно заявляет, что как именно вот такой, допустим, крем или зубная паста или щетка, ее нет лучше в мире. И в то же время оно заявляет такую цену, ниже которой никто уже предложить не может. Вот все знают, зубная щетка, да, она бактерицидная. Бактерицидная, значит, она сама себя дезинфицирует, да, имея ионы золота на щетиночках, имея ручку из первичного пластика. Она стоит всего 75 рублей. Каждый месяц ее можно менять и, да, и использовать ее. Вот. И вот используя именно вот этот вот принцип, абсолютное качество, абсолютная цена, компания Atome только-только вверх идет. Пак Хан Гиль, в принципе, он, наверное, года три ходил, хотел создать эту компанию и предлагал, вернее, этот продукт другим компаниям, чтобы они ее продавали. Но так получилось, что никто не соглашался по его маркетингу представлять этот товар. Поэтому он создал свою компанию. Пак Хан Гиль создал такую систему, которая опережает все существующие интернет-платформы и интернет-порталы. Atome – это одновременно интернет-магазин и интернет-портал новой эпохи, эпохи нового поколения. И мы находимся в начале этого нового уровня развития человечества. В принципе, начать бизнес компании Atome не трудно. Почему, все знают. У нас бесплатный вход, нет ежемесячного товарооборота, когда заставляет каждый месяц что-то брать, какую-то сумму. Нет ограничений в возрасте с 18 лет, когда ты уже полноценный как гражданин, да, имеешь юридическую силу, то ты уже можешь начать. Начать бизнес можно с 10 тысяч PV. Это где-то 1100-1500 рублей. Да? Каждый человек может начать вот именно с такой суммы. Нет никакого там ограничения по расовым, там, по образованию. И хочу сказать, вот в России для меня это просто было таким показателем, что компания действительно заботится о людях. То, что вот мы, пенсионеры, начав работу, мы должны были открывать ИП, индивидуальный предприниматель. Для меня это было очень... Я думаю, нет, ИП я не буду открывать, там всякие сложности. Вот. Но компания Atome, она через Госдуму продвинула этот законопроект, что, например, самозанятые могут работать с компаниями, тем более еще и с международной иностранной. Выплаты происходят у нас в валюте, в рублях. Ну, в данном случае в России мы получаем в рублях. Не там какие-то мифические проценты, скидки, там кэшбэки, как в других компаниях. Еще на этот процент надо еще опять купить какую-то продукцию, чтобы ее продать. Вот. Для того, чтобы начинать бизнес с компанией Atome, ну, во-первых, каждый думает, что за компания, там, что она такое, да? И рейтинг компании, вот мы с Маритой, когда готовили этот доклад, мы узнали, что рейтинг доверия финансового доверия, кредитоспособности, спасибо, Мариночка, у компании Atome 3А с плюсом. Просто для сравнения, для меня, вот как бы Сбербанк, для меня была такая компания, которая, ну, финансовое учреждение, которое такое надежное, а у нее оказался 2Б. Представляете? 2Б с минусом даже.
Он придумал такой справедливый маркетинг-план. Но действительно компания, он хоть и интернет-магазин, но в нем есть элемент сетевого маркетинга. Для чего он сделан? Для того, чтобы можно было справедливо распределять вознаграждение. Не так, как, ну, например, ты находишься выше, значит, ты больше денег зарабатываешь. Здесь нет. Чем больше ты сил и своего вот времени вкладываешь, тем больше ты будешь зарабатывать. Вот для этого он создал вот эту вот бинарную структуру нашу. Возможность вести международный бизнес. Вот, не зная никакой язык, или если мы хотим начать свой бизнес в Америке, мы должны туда поехать, каких-то там партнеров найти, ну, наладить свой бизнес. Здесь нет. Строя структуру таким образом, что мы просто можем зарегистрировать человека активного, найти там лидера, этот человек работает, все наше. Я как своим партнерам говорю, все, вы открыли филиал в Америке своего бизнеса. Но для этого не надо было поехать в Америку, не надо было там что-то, язык изучать. Вот по всему миру, во всех странах, где присутствует наша компания, мы можем открыть свои филиалы. Наш ID, наш PAL сохраняется на всю жизнь. Еще и к тому же спонсорские наши вознаграждения передаются по наследству до третьего, до внуков, детям и внукам. Ну, это вот только, ну, как бы я не буду перечислять все эти преимущества компании, потому что это такая большая обширная тема для, для доклада другого, да, можно сказать. Это только вот то, что меня в первую очередь зацепило, когда я пришла и стала изучать компанию, работать или не работать. И, как я уже говорила, компания Atomy – это международный интернет-магазин. И в этом магазине мы можем купить все, что нам нужно для нашей жизни. И в то же время мы уверены в том, что то, что мы купили, это самого лучшего качества и по самой низкой цене. Вот мы зарегистрировали человека, допустим, в каком-то государстве, да, мы же не можем с ним общаться, у нас для этого есть онлайн обучение. Мы привлекаем людей онлайн, не надо прям лично ехать, там, например, в этот Таиланд, если мы там подписали человека, да, обучается все. Пак Хангиль так создал, что есть онлайн-академии, мысли, материалы. Ну, в общем, настолько все это легко и просто, все инструменты нам дали. Вот я говорю, дали чашку супа, дали ложку, только начинать надо есть. Ну и все же по-разному кушают, кто-то быстро поест, кто-то медленно, у кого-то суп остынет. Ну, здесь за все зависит от нас. Как мы решим работать. И когда мы смотрим, что это именно наш бизнес, и вот многие говорят, вот недавно мне сказали, я вот хочу открыть интернет-магазин косметики. Я говорю, зачем? Надо продавцов нанимать, по аренду помещений снимать, надо даже тот же сам сайт тоже сейчас, что все у нас в интернете. Это все денег. А здесь вам все предоставили. Единственное, надо просто покупать, пользоваться и рассказывать. Вот за это нам компания платит деньги. Мы создаем, по сути, свой международный гипермаркет товаров повседневного спроса. И причем товары, которые находятся в самых обычных магазинах. И в этом магазине, в нашем, который мы открыли, считай, идет вот стремительный рост, потому что мы растем вместе с компанией. В компании товарооборот увеличивается, ассортимент там все. Это считается, что в вашей компании, в вашем бизнесе это все происходит. Вот стремительный рост товарооборота за счет того, что у нас такая продукция хорошая. Вот в России, когда компания вошла в 2019 году, у нее был товарооборот 10 миллионов долларов. За 2020 – 380 миллионов долларов уже. Я не финансист и не такой крупный бизнесмен, но люди, которые в этом понимают, они должны понять, что я не знаю, 300%, да, происходит рост товарооборота. Это
за один год компания так такой стремительный рост у нее происходит. Я уж не говорю о тех перспективах компании, всех там как Азабол, GSGS, это у нас наши преподаватели каждый раз на каждом лидерском клубе дают именно наши перспективы нашей компании. И от нас требуется только понять, что для нас сделала компания хорошего. И нам не нужно изобретать велосипед. Просто надо взять все это и начать зарабатывать деньги. Бизнес же ведь легко начать. 10 тысяч PV уже счет компании открывается, и мы уже там получаем корейских рублях. Там оформили НПД, ну, самозанятость или ИП, мы уже получаем рубля. Когда ко мне пришел человек и зарегистрировался из другой компании сетевой, она говорит: а что, говорит, мы, говорит, будем в рублях получать? Я говорю: да. И я могу истратить эти деньги в другом месте? Я говорю: ну да, что хотите купить? Она говорит: прям вот невероятно, понимаете? Вот такое вот условие, что вы заработали здесь деньги и можете все, что угодно купить, такого нет ни в какой компании. Оказывается, в других компаниях там заработал деньги, на эти же деньги ты должен купить там товар. Ну, нам сейчас гораздо легче, потому что когда наши вот империалы начинали этот свой бизнес, у них был всего лишь хемохим и вот этот шестиступенчатый набор по уходу за лицом. Представьте себе, да, всего два наименования, а мы сейчас плачем, нет на сайте ничего. Они начинали только с двух и предлагали его, сами пробовали его. А сейчас у компании, наверное, больше 500 наименований, не считая то, что сейчас вот идет в Корее Азамол, в котором более 1000 наименований. Ну, это, я не знаю, это просто бомба какая-то. На данный момент мы все замечаем, что наш мир меняется, и очень быстро меняется. Вот как у Юрия Цой лекция, да? Каждые 10 лет сейчас меняется эпоха. Вот на данный момент я как своему сыну тоже говорю, что нам нужно попасть в это течение. В любом случае, когда человек попадает именно в эту струю благополучия, вот роста благосостояния, он автоматически прям, можно сказать, может подняться. Мы должны именно попасть в эту струю, и мы должны понять, что как бы мир ни менялся, люди все равно будут чистить зубы, принимать душ, волосы мыть. Любая женщина, да сейчас и мужчины тоже, они хотят выглядеть хорошо, правильно, красиво, ухаживать за своей кожей, за своим телом. Поэтому наши товары, они никогда не уйдут из нашей жизни, они всегда будут востребованы. Многие люди, как я тоже, конечно, в том числе, сетевой бизнес я не принимала. Многие говорят: ой, сетевой, все, как бы отбой, да? Но нам надо понять, что сетевой бизнес сейчас, сетевой маркетинг, это самая перспективная работа вот среди всех вот, уже существующих. Потому что мы уже видим, что многие профессии уходят. Там, водители такси говорят, уже будут эти роботы, операторов в этих Сбербанках уже, там, банках уже нет. И многие-многие профессии уходят. Но то, что мы делаем себе сейчас, вот, работая в Атоме, начав свой бизнес, это мы себе, своим детям сделаем такой задел, как мой внук радуется, что я работаю и ему наследство оставлю. Понимаете? Это не уйдет ни через 10 лет, ни через 20 лет, потому что компания только с каждым годом наращивает свой товарооборот, наращивает глобализацию свою по всему миру, уже начинает распространяться. И нам Атоме дает такой шанс начать такую жизнь, вот, ну, я не знаю, быть просто счастливыми, свободными людьми, правильно? Вот. Так что я всем вам желаю здоровья, красоты, богатства. Начинайте свою работу в Атоме без сомнений. Человек с такой вот высокой моралью, как Пак Хан Гиль, он действительно дает нам шанс в этой жизни быть на волне успеха, быть свободными, начать вообще вот, когда у человека есть материальное благосостояние, он
освобождается от многих своих комплексов, правильно же говорю, да? Он уже может пойти купить там что-то, может подарить, может кому-то помочь. Вот компания «Атоми» нам создает вот эти условия, чтобы мы стали свободными, чтобы мы, достигнув успеха, мы могли кому-то помочь. Так вот, как Пахангель. Да, он упал когда-то, они все там, как им Синтек тогда сказал, ну, на одном из лидерских клубов, он сказал, мы была команда неудачников, были банкроты, были там, я не знаю, все бедные, а сейчас мы стали командой удачников. И вот мы попали в эту команду удачников. И я всем желаю вам быть молодыми, здоровыми, красивыми, быть удачниками в этой жизни, и чтобы вслед за вами ваши дети, внуки тоже стали удачливыми людьми. Здоровья вам, красоты!